яркие костюмы, оригинальные поделки, море сладостей и, конечно же, народные песни и танцы. Все это настоящий праздник, который подготовили участники Всероссийского фестиваля русского языка и российской культуры. В эту смену проходит ярмарка. Здесь мальчишки и девчонки могут познакомиться с народными промыслами и весело провести время с друзьями. Сменовцы из Брянска объединили всех участников мероприятия в танцевальный коллектив. Ребята из Калмыкии подготовили национальные игры, а участницы ансамбля «Криниченко» предложили участникам вместе спеть веселые частушки. Моя первая ярмарка, отличное впечатление. Правда, у меня нет голоса, но я все равно справляюсь и помогаю своему отряду. Приглашаем вас, у нас очень интересно, даем фишки. За фишки можно купить много чего, покушать, поразвеселиться, есть всякие разные мероприятия, в общем, класс. Изюминкой этого праздника стали полезные мастер-классы. Сменовцы научили гостей ярмарки делать игрушки из ниток или ткани, расписывать камни традиционными народными узорами и делать интересные поделки. Всему этому юные организаторы мастер-классов научились у талантливых педагогов. Больше всего мне здесь нравится, что ребята это сами все проделывают, что они сами устраивают конкурсы, что это точно такие же дети, как и все мы. Ребята-ремесленники показывают нам, как правильно нужно валять шерсть, как правильно нужно рисовать разные символы, как можно сделать себе пояс или игрушку. Сменовцы из Башкортостана научили своих друзей делать оригинальные украшения и изделия из войлока, а также показали, как самим можно сделать народный музыкальный инструмент курай. За участие в мастер-классах дети получали жетоны, которые потом обменивали на сладкие призы. Все происходит очень энергично, очень позитивно, мне все очень нравится. Я уже заработал много-много этих жетончиков и уже обменял их на еду. Впечатляет даже, сколько тут народностей собралось, сколько игр. Можно с легкостью жетончики даже заработать. По мнению участников, ярмарка стала одним из самых ярких событий 15-й смены. Дети смогли проявить себя в творчестве, многому научились и весело провели время. Мероприятие объединило самых талантливых детей из разных регионов нашей страны. Я думаю, что нам обязательно нужно продолжать проводить такие праздники, потому что это не только сохранение культуры, объединение, но и творческая реализация детей, да и взрослых тоже. Поэтому с праздником вас! Наш фестиваль всегда рад гостям!